Ну что, ты будешь со школы сбегать? Да, буду, но только вы первая, я потом за вами. Рыжая, ты будешь сбегать со школы? Ну конечно, я же обещал. Короче, Настя, мы сейчас с Рыжим сбегаем со школы и ждем тебя на том же месте, где мы всегда встречаемся, понятно? Да, хорошо, я скоро буду, давайте. Все, Рыжая, побежали. Фу, хоть бы пронесло. Люди, давай быстрее. Помоги себе. Давай быстрее. Капец, нас учителя чуть не спалили, пока мы тебя тут ждали. Ладно, все, пошлите быстрее. Да, идем. Пошлите. Все, идемте, чисто. Все чисто, идемте. Фух, и что будем теперь дальше делать? Я предлагаю разойтись по домам. Кстати, а с какого мы урока сбежали? Рыжий, ты что, мы с контрольной по математике сбежали? С контрольной? Да, Рыжий, с контрольной. И что мы дальше будем делать? Ну, я предлагаю пойти ко мне домой. У меня дома никого нету. О, я поддерживаю. А у тебя поесть есть что-то? Да, Рыжий, полный холодильник, особенно для таких, как ты. Короче, хватит разговаривать. Идемте, а то нас палят сейчас. Идемте. Пошлите. Лиза, ты дома? Заходите, никого нет. Фух, ну все, мы прогуляли школу. Да. Главное, чтобы нас родители не спали. Хотя они по-любому спали. Что ты думаешь? Ну, учителя же позвонят. Ну, это уже... Такое дело. Может и не быть. Не факт, я так не думаю. Ай, ой, прости. Настя, ну что, что-то покушать есть? Да, а то мы уже проголодались. Так, есть у меня бутерброды. Держите. И есть томатный сок. Так. Один есть. О, наконец-то сейчас поедим. Да, точно. Сейчас поедим. Да что? Имей терпение, Рыжий. Да я есть хочу. И второе готово. Да, Рыжий, тем более ты не у себя дома. Так, это вам. Спасибо. А это мне. Спасибо. Я томатный сок не люблю. Так, ну что, приступаем? Конечно, приступаем. О, это я понимаю. Так, я маленький возьму. Рыжий, ты чего? Приятного всем. Рыжий, вот это ты идее радуешься. Тебя что, дома не кормят? Не, кормят, просто я не ел дома. Я тоже дома не ела, но я так не запихиваюсь. Люди, ну что, как вам школу прогуливать? Немного стрёмно, но так круто. Да, главное, чтобы была еда. Но если есть еда, можно прогуливать школу. Но лично я прогуляла школу из-за того, что я не подготовлена к контрольной. Люсик, я тоже. Так, ну что, все уже поели? Можно уже какой-то фильм посмотреть? Ой, все, я наелась. О, отлично, я его доем. Я вообще-то хотела его потом доесть. Ладно, идемте фильм смотреть. Идемте. Угу. Посмотреть будем. Я знаю. Так, ну что будем смотреть?
О, я знаю один очень классный фильм. И что за фильм? Короче, в этом фильме классные актеры. Две девочки и один мальчик. И что, это все актеры в фильме? Ты знаешь, какой там актер мальчик? Он очень круто снимается. А девочки что, плохо снимаются? Ужасно. Ну так зачем тогда этот фильм смотреть, если там плохие актеры девочки? Я предлагаю что-то другое посмотреть. Да ладно, Сань. Ладно, Рыжий, включай свой фильм. Интересно, что там. А ничего, что это наше видео. Ну и чё? Зато посмотри, какой там актер снимается. Что-то мне подсказывают, что девочки очень хорошо играют, а ты там вообще не смотришься. Угу, согласна с тобой, Настя. А ты, Рыжий, так там, только прикол. Настя! Да, фильм, конечно, крутой был. Правда, этот мальчик-актер был лишним. Всю картину испортил. Фу. В смысле испортил? В прямом. Быстро сними кольцо. Тихо. Кто-то пришел. Рыжий, быстро спрячься. Иди сюда. Идем. Быстро, быстро. Рыжий, быстро залезай в шкаф. И сиди здесь тихо. Хорошо. А если Лиза уже знает, что нас в школе не было? Если что, у тебя живот заболел. Реально. Ладно, все, идем. Настя, у тебя тоже живот болит? Да, очень. Наверное, съели что-то не то. Да, очень болит живот. Ай-яй-яй, как больно. Живот у вас, значит, болит? Ваша учительница рассказала мне, как вы прогуливаете. Да? А мы не прогуливали, мы просто с урока вышли. А еще ваша учительница сказала, что с вами был какой-то рыжий. Где он? Я здесь! Понятно. Ну, рыжий. Сказали же сидеть там тихо. Здрасте, я оранжевый. Оранжевый, говоришь? А ну на выход. Давай быстрее. Так, Соня, ты тоже на выход. Давай быстро. Пока, Соня. Настя, ну что, мы тебя на улице ждать будем. Да, окей. Пока. Пока. До встречи. Ой, долго-долго твоим друзьям придется ждать тебя на улице. Настенька, ты наказана. В смысле? Прогуливай дальше свою школу. Капец. Привет, Настя, ну что ты тут? Да ничего, тебя жду, почему ты так долго? Я с лица отмывала зеленку. Кстати, как, отмыла? Ну, такое еще видно. Капец, я так и знала, что не отмыла. А у меня видно зеленку на лице? Да, Настя, у тебя, конечно, сильнее. Слушай, может, не пойдем в школу? В смысле не пойдем? У нас же сегодня контрольная работа. Да все равно на эту контрольную работу. Потом придем и перепишем. Делаешь? Да тихо, то что и вы прогуливаю. В смысле прогуливаешь? Ты знал, что у нас сегодня контрольная? Ну вас же это не останавливает. Вы же тоже прогуливаете. Рыжая, а что ты с нас берешь пример? Иди в школу. Ну уж нет, я пойду с вами. Слушай, Рыжая, мы сейчас позвоним училке и скажем, что ты прогуливаешь. Угу. А ничего, что вы тоже прогуливаете. Можете позвонить училке и сказать за себя и за меня. Короче, мы от него не отвяжемся. Так что, девочки, идемте вместе? Идем.